Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сплести вот такие вот браслетики без фастексов. Получается чисто из паракорда. Вот у меня есть здесь несколько вот таких вот браслетиков различной фактуры и цвета. Вот как-то так это будет все смотреться. Надо просунуть один. Вот. Как-то так это будет смотреться. Чем хорош такой тип плетения, что фастексы могут сломаться рано или поздно. А вот это будет вечно. Также можно оставить немножко запаса. И когда рука будет расти, можно увеличивать. Вот. Все. Смотрите, как надо плести такие браслеты. Итак, что нам для этого понадобится? Нам понадобится где-то 60 сантиметров паракорда. Также нам понадобится 3 метра паракорда. Если вы хотите делать браслет двух цветов, вам придется его вот так вот спаять. Также нам понадобятся ножнички и зажигалка. Значит, берем короткий паракорд и делаем вот такую петельку. Это у нас получается как замочек. Сильно не затягиваем, потому что нам еще надо будет отрегулировать, какое у вас запястье. К примеру, вот мне надо 16 сантиметров, надо где-то 17 сделать, чтобы замочек был. Сильно не затягиваю, потом можно отрегулировать. Далее, значит, просто беру вот этот паракорд. Если у вас двойной, то ставим на серединку и начинаем делать витки. Получается этот снизу. А черным, получается, продеваем сверху. Нам надо следить, чтобы не выскочил маленький кусок паракорда. Получается, мы просто начинаем делать обычную кобру. Только в обычной кобре вот эта вся ерунда, она фиксированная. А здесь, получается, нет. Все хорошенько притянем. Надо нам оставить место вот здесь вот, чтобы продеть вот так вот этот вот некий замочек. Притянем. И теперь берем вот этот кусок, этот паракорд, и продеваем снизу и продолжаем плести кобру. Этот способ безумно удобен тем, что фастекс может сломаться, а вот эта петелька, она вечная. Давайте еще раз покажу. Получается, зеленый мы проводим снизу, потом сверху черного, и черный мы засовываем вот в эту
петельку. Идем потом затягиваем. Давайте еще раз покажу. Получается у нас закономерность. Тот паракорд, который всегда торчит наверх, вот как этот, мы его заводим вниз, а этот мы заводим вот сюда. Вот. Я отключусь и включусь тогда, когда закончу браслет и покажу вам, как его закончить, спаять. Вот я закончил. Давайте обрежем кончики. И запаяем это все зажигалкой. Вот как-то так у нас все получилось, получается. Вот так вот все будет смотреться на руке. По желанию вы можете отрезать вот эти кончики, сделать их покороче, но они имеют некую вспомогательную роль. К примеру, вот на руку надеваем, продеваем эти кончики, и потом уже рычагом как бы натягиваем вот этот вот замочек. И заводим вот этот вот узелок сюда. Вот как-то так. Все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока.